12 часов ночи распускаются кактусы. Всегда так. Вот они распускаются ночью. Огромные цветы. Боком снимаю, но я не могу подступиться. Здесь стоит такой запах. Эти, видите, нет, не распускаются. Вот эти на солнце. А это распускаются ночью. Здесь у меня пахнет матиола. Вот цветет. На улице ночь. Ночной город. Вот. Два цветка сразу цветут. Утро. И вот во всей красе цветение кактуса. Вот такой красивенный. Белоснежный. Вот будет до самого вечера цвести, я так надеюсь. У нас не сильно жарко, потому что когда сильно жарко, то вянет быстрее. А так обычно сутки. Вот вечером начинает раскрываться. И на следующий вечер, под вечер, цветочки закрываются. Ну вот, час дня, цветочки поникают, вот уже вянут, цветение закончено, очень быстрое цветение. Также цветет эхинопсис, вот, и этот астрофитум. Вот эти кактусы, они по-другому цветут. Вот эти цветочки уже, наверное, неделю держатся. Вот. А этот вот вечером, даже суток не продержался, вечером расцвел. Я ночью показывала. И вот первая половина дня, и все. К вечеру они будут лежать, эти цветы, вот там на кактусах. Вот такое быстрое и красивое цветение в этого кактуса.